Привет, народ, это Альвинос и Twilight Forest. В прошлый раз мы захватили башню. Я вот получил зачарование, набрал, вот как видите, неплохо зачаровался. Тут вот еще пару штук лежит. Вот сделал меч, ну, не особенно. Правда, я не знаю, что он делает, для чего он. Так, ай, да, вот сделал с помощью этих блоков вот такую вот более красивую пьедестал. Как видите, в зависимости от расстояния блока от блока, они меняют цвет. Так, что еще тут можно сказать? Ну, в принципе, ничего особенного. Так, значит, я почти что подготовился. Можем идти выполнять следующую миссию. Так, возьмем яблочек, лечебное зелье, зелье силы на всякий случай. Алмазная кирка есть, это есть. Ну, вроде бы все. Так, суп с минотавра можем взять. Вот, нам сейчас надо идти, судя по всему. Так, достижение Майнкрафт. Так, это мы сделали. Желаю больше огня. Найти пещерку. Так, они вот делают такое, как бы что-то вроде скелета находится. Это у нас там. Угу. То есть бежим к той башенке. Сейчас я добегу. Так, дошел. Вот она, эта шипастая гора. А вот то, что нам, по идее, надо, если я не ошибаюсь. Да, вот тут вот у нас что-то ворона, которая мне уже не нужна. Где-то тут у нас есть этот... Гольфштейн, вот она, эта пещера. Сейчас, раньше у нас тут коцал кислотный дождь, сейчас нам тут уже ничего, в принципе, не грозит, кроме самих каких-нибудь плохих жителей, я так понимаю. Так, вот она, камень. Что это за хрень, я только не знаю. Так, эй, товарищи, привет. Так, ключевое можно использовать. Трольштейн, усы не используется. Так, теперь нам надо найти... это что такое? Еще какой-то трольштейн. Трольштейн, усы нет. Камень. Ну, камень, это понятно. Что он так по-другому как-то выглядит? Так, а это что за ягода? Это ничего не за ягода. Так, странно. Есть разный трольштейн. Ладно, наверное, автор еще его не придумал ни для чего. Угу. Теперь нам надо найти где-то в глубине пещеры его центр. Центр. Так, Троллштейна тут очень полно. А, наверное, в центр надо идти этой вот самой штуки. Но я вот эту миссию выполняю вообще первый раз. Раньше я никогда не выполнял. Так. Вот еще какой-то троллштейн. Так, идем вниз. И тролли какие-нибудь попадались бы или еще что-то. Нет, тут ничего нет. Странно, вот этого троллштейна полно. Вот что с ним делать? Один какой-то мигает. А, это один тот же, ясно. Так, что-то никаких монстров не видно, никого не видно. Что-то меня никто не встречает. Так. Этот сюда. Интересно. Где тут, куда тут? Где ты, что ты, что ты, где ты? Надо идти искать. Ладно, пойду я поброжу, может, найду что-нибудь интересное, тогда я вернусь и вас позову. Так, вот, побегал, нашел на карте какую-то вот штуку. И вот тут у нас, смотрю, какие-то тролли появились, товарищи. Чем они тут отличаются, я, в принципе, не знаю. Ну, в принципе, вот такие товарищи на нас тут нападают. Ну, не особенно они тут сильные, но, наверное, я так понимаю, иду правильно. Ну, у нас тут очень до хрена вот этих... товарищей, не тех, которые надо. И надо что-то там внизу найти, какую-то пещерку, да? Товарищи, вы тут
Не очень они опасны. А, так они эти поджигают нам, как они называются? Ого, сколько тут этих... Блин, вам ничего не видно, наверное. Очень много у нас тут скелетов почему-то. Фу, надо поесть. Вот, ну что, надо идти искать эту пещеру. Какая-то называется пещера троллей, которые, ух ты, они зажигаются. Тролли что, со скелетами живут, что ли? Я не понимаю. Так, теперь мне осталось найти такую пещерку. О, здорово. А ты еще и стрелять ухитряешься, да? Так. Где-то тут должна быть такая пещера. Пещера специальная. Так, откуда вы беретесь? Ё-моё. Специальная грибная пещера. И вот ее найти нам надо. Только где искать, я без понятия по карте. Блин, надо... Откуда тут столько скелетов, я не понимаю. Так, тут очень темно. Почему-то так, извините, может ее зажечь, но я никак не зажечь. Так, тут ничего. Ладно, пошел я дальше ковыряться по этим пещеркам и искать то, что я ищу. Так. Блин, да откуда вы прете все? Так, сложновато. А, да, сейчас, подождите. Сколько у вас тут? Ой, я упал. Ладно. А, ну вы там разбираетесь, это хорошо. Так, где тут тролли-то были? Были. А где пещера? По карте, может. Где-то там. Что-то там, где-то там. Так, поедим. Ладно, пошел искать то, что я искал. Так, вот тут вот я чуть прокопался и нашел вот такую вот интересную пещеру. Может, тут что-нибудь будет? Да, надеюсь, будет. О, что-то какая-то еще пещера огромная. Да, короче, тут лабиринты, я товарищи скажу. Так, найти их, наверное, будет не так-то просто. Так, а что у нас по карте? По карте я должен идти куда-то вот туда. Так, тут у нас чтобы тоже поплавать можно. Ух ты! Как интересно, только бы не утопиться. Ага. Вот. Ладно, тут вам все равно ничего не видно. Ведь пошел я искать дальше что-нибудь подходящее. Я уже думал, что-то нашел. Так, наконец-то я его нашел по карте. Смотрим, это туда, где я думал. Нет, это не то, что я думал. То есть на карте его обнаружить невозможно, а там вот этих вот товарищей полно. И тролли как-то поджигают эти цветы. Как это они делают, я... О. Или при... А, о, как-то при смерти зажигают вот эти цветы. Вот он, этот место. Насколько я знаю. Тролль. Иди сюда, тролль. Вот он зажег. Тут сверкающая трава какая-то. Вот он этот ящичек, который мы должны... Блин, вот эти вот товарищи меня уже задолбали. Тут их столько много, вы не представляете. Этих так, и вот, насколько я знаю, вот в этой вот обсидиановой штуке должна быть сокровище троллей. Да, блин, да, задолбал ты. Ладно, я сейчас сдохну.
Так, где-то тут вот в этих обсидиановых штуках должны быть их сокровища, если я не ошибаюсь. Ну, давай, 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 Яшечек, давай. Нет. Блин, еще он один есть. Или тут не сработает. Блин, да как так-то? Где тут найти этот ящик мне надо? Или тут где-то что-то вроде ящика должно быть какого-то, или как-то в этом роде. Ничего пока мисс нет. Где-то тут должно что-то быть. Да иди ты успокойся. Успокойся. Так, значит, где-то тут должно. Кто-то там бежит со мной. О, тролль. Где твои сокровища? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, грибошки тут у них всякие. Ага. Анаэробная трава. Вот он, наверное. Это, я так понимаю, он. Потому что вот на это анаэробная трава мне нужна будет для посадки вот этих самых семян. Так, вот тут, наверное, и будет то, что я искал. Вот он, Яшечек, я его нашел. Ага. Вот они, волшебные семена, анаэробная трава. Это нафиг, булыжник, нафиг, нафиг, вот, все. В принципе, я миссию выполнил то, что я хотел. Так, еще, кстати, чуть не упал, надо же. Так, еще одна интересная мысль появилась. Хорошая мысль приходит после. Так, это едим. Не так уж тут сложно оказалось. В основном сложно это поиски. Так. Ага, это простой. Дальше берем. Значит, ставим. Зачем это делаем? Еще есть шелковое касание. Ладно. Скидываем, наверное, то, что мне тут, в принципе, на данный момент не надо. Вот, берем. Не, смотрите, даже скопать ее невозможно, только можно у них взять. Так, это что такое? Огромный грибил. Ясно. Ну что, я ползу, наверное, наверх. То, что мне надо, я достал. Вот, теперь мне надо как-то идти наверх. Ух ты, какая там штука, а? Ага, вот он. Вот в этой штуке у нас лежит, значит, как он называется, огромная лампа. Ну, точнее, это лампа. И как видите, чтобы ее сковырнуть, мне нужна кирка гиганта. Потому что, вот, смотрите, я ее буду бить, она не ломается. Для того, чтобы гигантский обсидиан сковырнуть, мне нужно попасть наверх. Так, для этого мы, наверное, сделаем все прочее. Так. Ой. Ой, 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 напугал. Ой, напугал. Так, значит, нам надо ползти к гигантам, да? Ну, ладно, я вырезу, наверное, таким с макаром. Так, вот она. И тогда мы сможем взять лампу и идти на тот самый штуки. Не то я сделал. Ух ты. Так, блин, не туды. Угу. Как мне тут поумнее сделать? Ё-моё, как темно тут у нас. Так, это мы сюда. И видите, я не хочу потерять эту место. Вот это вот место. Ладно, так. Ладно, я тогда пытаюсь выбраться наверх. И вернусь, когда это я, наверное, сделаю. Во-первых, тут вам всегда будет темновато. И, короче. Так, вот, выбрался я наружу. Вот оно, это место. Так, кстати, его надо пометить.
Так вот, помечаем. Так, и теперь что мне надо? Мне добраться на тот остров. Чтобы на него добраться, мне надо, я так понимаю, посадить вот эти вот бобы. Бабы. Так, садим эти бобы. Ух ты, ё. И чё? И чё, Давай и расти, товарищ. Что-то я не въехал. Надеюсь, он должен был расти вверх. Это так нечестно. Товарищи. И что с ними делать? Огромный стебель. Что-то он не сработал. Ладно, пойдем по старому любимому. Ого, есть еще бобы. Подождите, не понял. Может, тут надо все срубить? Так, ему может тут все, значит, мешать. Хотя открою, найдем открытую местность. Вот она. Так, посеем тут. Ого, есть эта штука. Так, чпок. И дальше что? Ты чё за нафиг? Короче, я не знаю, как им пользоваться. Что-то он не срабатывает. Значит, делаем следующее. Так, пойдем по-русски, по-советски. Вот таким способом, надеюсь. Волшебные бобы, как ими пользоваться, хрен поймешь, что-то они не растут, я так понимаю, они должны вырасти очень высоко и по ним забраться. Ну, поскольку у меня есть вот такая штука, заберемся по-народному. Так, ух ты ж, не добрался. Аж надо как-то на край или еще что-то. Ладно. Надеюсь, это еще не все. Надеюсь, я доберусь. Надеюсь, мне хватит. Ага, понятно. О, кстати, я там стою уже. Надеюсь, ты меня не скинешь, а, товарищ? Эти два. Эти. Так, стоит у нас мужик какой-то. Так, великий плюх я отсюда сделать не очень хочу. Поэтому делаем такую вот маленькую рамочку. Это будет великий бам. И папа, у меня что-то эти есть, к счастью. Так, ну. Так, хоть по стеблям идти можно. Так. Опа. Говорят, что надо его загубить. Вообще-то так. Так, ну я его загублю. Мне надо кирочка. Вот этого вот великана. Что-то этот слабенький, надо вот этот использовать. Ждите, это не мой. Нет, не мой лук. Где мой лук? Вот он. Зачем мне с ним сражаться, например? Товарищи, я ничего не... Эй, ты куда? Альвинус, ты куда? Так, блин. Что мне тут такого придумать? Мне же надо добраться. Блин, еще облака. Облака. Не в тему. Блин. Черт побери. Как мне туда добраться-то? Сейчас подумаю. Так, вы не поверите, но я грохнулся. В общем, и это самое. Но, к счастью, я выжил. Потому что у меня съелась одна моя эта штучка.
Дрючка, блин, я вот думаю, как же все же этими бабами пользоваться-то, а? Штуками. Блин, как-то ж она должна мне помочь забраться наверх. Но это ж не дело аэробные. Эти бабы как-то они же должны работать, да? Или они тут у нас... Во, что-то выросло, а дальше что? Ай. И чё? О, наконец-то что-то выросло. Yes, выросли, сработало, да? Ага, сработало. Хорошо, очень даже хорошо. Так, мы тобой воспользуемся. Ну чё, я попёр. Все же он работает, только как-то хитро, значит, надо найти место, где он тут встанет, и тогда можно забираться. Ладно, я попер вверх за золотым гусем, кто в курсе. Фу, забрался, однако ж. Дальше что делать, я, в принципе, не знаю, но попробуем забраться. На это, во-первых, что мне мешает тут? Так, мне надо забраться наверх. Это что, взбитое облако? Так, идем наверх. О, здоров, мужик. Это что такое? Ку-ку. Вот и ты, а я думал, ты умер. Да. Гори, гори, гори. Умри. Точнее, я сам себя бью, только очень большого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Следить за здоровьем надо, как бы, иногда. Так, выпиваем Potion силы. Что-то мне неохота с ним драться очень, так как-то. На, помри ты, помри. Сколько ж... О, есть. Биг меч. Меч силы. Так, кто-нибудь еще тут есть у нас? Нету. А где ящик? Интересно, этот... Ведь... Ну, дашь срубить? Ого. Ага, так, усы. Так, я могу сделать гигантскую кирку. Хорошо. Мне надо их 3 штуки, я так понимаю, да? Вот. Ну, чтобы... Только странно, почему-то ящичка не было. Ладно, я... Так, это 3 усы, да? И гигантское дерево. Вот оно, я так понимаю, это гигантское дерево. Ой, блин, оно что, у меня упасть может, да? Опа, сейчас срубим это гигантское дерево. Мне надо одну палочку. Так, один и второй. Давай, 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 ломайся. Вот. Так, в принципе, все, что мне надо. Так, усы. Гигантская кирка. Окей. Спускаемся вниз. Точнее, я спускаюсь, а вы меня ждете внизу. Так, значит, рубим обыкновенное дерево. Так, делаем верстак. Это нафиг нужно, скажем, дружно. Так, ставим этот, делаем раз, два. Раз, два, три. Вот она, гигантская кирка. Так, это мне не надо. Гигантский меч урона. Так, и что, спускаемся к нашему большому гигантскому этому входу. Так, берем вот эту вот штуку и идем. Интересно, как я выгляжу с этой гигантской киркой. У-у-у.
Да, выгляжу я, конечно, прикольно. Такого ничего не видно. Ладно, потом покажем. Гигантский меч, гигантская кирка. Ну, неплохо, неплохо так. Так, что, ложим сюда демус и берем эту гигантскую кирку, ломаем ею, пытаемся сломать гигантский обсидиан и получить гигантскую хрень какую-нибудь. Давай, ломай, ломай, ломай. Да, долго она ломает. Надеюсь, хватит этой кирки, она же каменная как-никак. Гигантский обсидиан, подбирайся, подбирайся. Угу. Еще пойми, как тут ее взламывать. А еще всякие тут будут ходить меня, сейчас чую, в спину стрелять. Давай, давай, ломайся. Мне нужен ящичек, и там только лампочку. Вот. О, опять эти тролли всякие тут у нас тут шляются. Ага. Ну, что-то я очкую. Так, ящик. Вот она, лампа. Ну, заберем Троллштейн. Мне, в принципе, не нужен. Это вот собираем. Что мне еще не надо? Кости, не знаю. Вот это не надо. Обсидиан. Обсидиан мне, в принципе, пригодится. Так, разбитое облако оставим. Кто скажет, что мне не надо? Вот порох не нужен. Так, и еще. О, бобы. Небиобная хрень. Все. Так, ребята, то, что мне надо было, я... Ух ты, здорово, мужик. Тролль, извини, я тебя не хотел убивать, ты сам перестал. Так, вот. А интересно, если этот обсидиан поставить огромный. Ну, я так понимаю, он вырастет огромный, да? Ух ты, меня тут немножко есть убиват. Так, что там за счет ачивок? XT настройки. Ой, не туды. F Escape, движение, Minecraft. Так, найдите лампу огня, она поможет вам. А я что сделал? Вот. Зараза, не сработало. Так, Minecraft. Так, поможет вам. Сейчас откройте дверь в замок. Понятно, замок классный, требует много шипов. Ну что, я на сегодня свой план выполнил, я нашел лампочку. Ну, единственное, что можем сделать, так это подойти, посмотреть, как эта лампа работает. И она вечная, или она как-то там еще чего-то что-то делает. Ну, по пути, естественно, тут еще понадобываю всякой интересной штуки. Так, где у нас шипы? Как она работает, мне просто интересно. И заодно вам показать. Так, вот у нас там шипы. Они так по обычаю, наверное, там про не, через них не пробраться. Они там у нас, насколько я знаю, очень дерутся, да? Просто вот эту вот штуку не сломать. Не, ломает, смотрите. Нахрена. Что-то. Так, этот еще можно сломать. Этот тоже, да. Эта штука, я насколько помню, она не должна. Она... О, вот. Что она делает? Так, ой, какой... Ага. Ага, ой-ой. Вот что она делает, да? Понятно. Это то есть мне туда надо будет продираться. Ну, к счастью, она вечная, так что, как видите, я могу туда. Ой-ой. Ну, это надолго. В общем, я за кадром тут продерусь. Ой-ой. Куда-нибудь вовнутрь этого острова или что это такое, и вернусь, когда я уже буду там. Конечно, еще домой сбегаю быстрее всего. Так, хорошая лампочка, да? Вот тут у нас как раз дорожка есть. Вот, это был Альвинос ЛТ, точнее Альвинос. ЛТ это страна, в которой я живу.
Так, и ставьте лайки, там, дизлайки, что вы хотите, и увидимся в следующей серии. А пока всем пока и счастливо.